с открытия Кыргызстана, как я начала свой бизнес в Кыргызстане. Я думаю, всем очень интересно. Почему? Потому что сейчас компания как раз на том пике, когда очень много лидеров у нас сегодня. И очень амбициозных, с большими планами. Я думаю, всем интересно, как открывается страна. Что нужно сделать для этого? Друзья, если позволите, я готова начать. С чего начинался наш бизнес? Вы знаете, я в 2016 году Райхан Мукашева, я вообще благодарна этому человеку за то, что в 2016 году Райхан мне показал этот бизнес, она внесла меня в свой список. Вот это самое главное. И, знаете, когда она предложила мне этот проект, я должна сказать, что у меня был уже проект, в котором я работала, и зарплата у меня была приличная, это был российский проект, зарплата у меня была 350 тысяч рублей в месяц, но, как и все сетевые компании, это продажи, это доставка продукта, потому что этот проект тоже начинался только-только, и все, вот, тяжесть, все бремя вот этого проекта ложилось как раз-таки на меня, и, но за полгода я успела там сделать кое-что, и поэтому уже зарплата была. Но когда Райхан мне сказала, ну, во-первых, мы идем на человека. Никому не секрет, что в нашем проекте по-другому нельзя. Мы идем на человека. Так как я Райхан давно знала, как мощного профессионала, как очень порядочного человека, у меня не оставалось выбора, как согласиться. Я была настолько рада, что она приехала. И вообще речь шла о Шисейда Pharmaceutical Company, Шисейда, продукт Шисейда. А так как я пользовалась всегда косметикой Шисейда, для меня это было не ново, и мне это очень было нужно. Но когда приехала Райхан, она мне открыла завесу маркетинг-плана. И так как мы с ней давно общаемся и вообще подружились с ней, будучи в Академии бизнеса в Германии, в Карлсруе, и вот первое, что она мне сказала, рассказывая про маркетинг-план, она сказала, Айхан, вот все пазлы, которые были показаны на этом обучении, у меня сошлись и получилась красивая картина. То есть все критерии по бизнесу, о котором мы всегда говорили, они полностью сошлись. Ну, здесь критерии маркетинга, критерии продукта, критерии руководства. Все-все-все вот в этом плане. Вы знаете, как вот потихонечку-потихонечку так я и втянулась. Но, конечно, дальновидность Райхан, ее профессионализм, она смогла задеть именно те нужные точки, которые нужно сетевику. Хотя она мне показала, знаете, чтобы начать бизнес, вот сейчас я понимаю, надо показать перспективу. Надо показать тот бизнес, о котором мы сейчас говорим, во всей его красе. То есть, что ожидает. Конечно, я сравнивать было совершенно не с чем. И я была просто покорена, когда... И я еще должна сказать, что Райхан не одна приехала, она приехала с удивительным человеком, с Ларидой Васильевной. И вот там мы познакомились с ней, и я ее очень сильно уважаю, ценю и благодарна ей